И сегодня же Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в форуме ректоров казахстанско-германских вузов в нашу столицу. Вместе с президентом Германии прибыл ряд представителей немецких университетов. Президент заверил высоких гостей, что правительство нашей страны обеспечит все условия для специалистов и инвесторов, чтобы сообща развивать науку и технологии во благо двух стран. В рамках мероприятия стороны подписали соглашение между вузами. Всего в форуме приняли участие представители 11 германских и 25 казахстанских технических университетов. У нас есть огромные возможности для укрепления наших связей во многих областях, включая науку и технологии. Действительно, у меня есть мечта превратить Казахстан в исследовательский хаб здесь, в Евразии. В этом отношении участие немецких университетов сыграет чрезвычайно важную роль в воплощении моей мечты в реальность. В своих выступлениях всегда повторяю, что нам нужно сосредоточиться на высоких технологиях. У нас много университетов, которые дают отличное образование, но тем не менее нам нужен ваш опыт в этом отношении. Германия является ведущей страной в плане предоставления образования, способствующего гораздо более продвинутому технологическому развитию многих стран.